Привет, любители мотоспорта, это обзор экипировки для магазина moto85.ru, а сегодня мы рассмотрим еще одни перчатки для городской езды. Эти перчатки представлены компанией First Racing, это известный бренд, и данная модель называется Decor Gloves. Поехали! Мотоскидки всем подписчикам и участникам группы ВКонтакте от партнера магазина moto85.ru. Итак, перед нами классические перчатки для городской езды, которые подходят как для использования на спортбайке, так и для использования на комфорте, или же на крузере, или, допустим, на туринговом байке. Перчатки достаточно высокие, у них высокая манжета, но в отличие от модели M01, здесь фиксация присутствует только на запястье. Соответственно, манжета подтягивается, перчатки достаточно плотно сидят на руке. В отличие от модели M01, здесь присутствует пластиковая формованная защита костяшек вот с такими декоративными вставками под металл. Также здесь есть мягкие прорезиненные вставки на пальцах, которые обеспечивают неплохую вентиляцию внутри перчаток во время езды. Здесь есть вот такие воздухозаборники. И на кончиках пальцев присутствует карбоновая защита. С обратной стороны мы видим вот такие нашивки, которые предотвращают появление мозолей, мягкую неопреновую вставку на ладошке, и также здесь присутствуют матерчатые вставки между пальцами. То есть перчатки комбинированы, выполнены из различных материалов, и уровень вентиляции у таких перчаток совсем неплох. Перчатки достаточно легкие, но в то же время весьма массивные, обеспечивают хорошую защиту, но и, конечно, главное их достоинство – это брутальный внешний вид. Отличный выбор для городской езды. Данный товар вы сможете приобрести в магазине экипировки moto85.ru. Ссылку на этот товар вы найдете в описании к данному видео. Подписывайтесь на канал магазина, вступайте в группу ВКонтакте и будьте в курсе последних новинок индустрии. До новых встреч!